территорию комплекса не пустили. Идиотизм. Ростов остается далеко сбоку, я этому очень рад. Смотрел вчера у Яндекс Навигатора, тут недалеко целая россыпь мест для ночевки, но уже не хотелось собирать. Знаковой точки 773 километра.
боюсь вот этих серого трека на навигаторе. Как только попадаешь на серый сектор, дорога вообще убитая. И вот сейчас навигатор потащил меня по этому пути. Сегодня пасмурно. Для съемки замечательно. Единственное, опасаюсь осадков дождя. Температура, кстати, на улице за бортом 10,5-10 градусов. Спать было жарко. Называется Московская улица. Так в навигаторе указано.
пацаны гуляют. Видели, наверное, только что. Коровки. Thank you.
показывает уверенную связь мегафона.
прозевал. Поворот, блин. Сравнить, какая была погода на Колыме, в Якутии, в Иркутской области. Снег, минусовая температура. И здесь, во-первых, 9,5 градусов тепла. Во-вторых, все зеленое. Не все зеленое на полях. Что-то прорастает. Деревья частично желтые, частично пожухлые. Ну, зеленые, скажем так.
03К-558. Повторяю, 03К-558. Так называется эта трасса, дорога. Характерная расцветка. Сельскохозяйственная техника, трактора, машины. И расстояние метров 50, наверное, 100 до дороги. Ну, замечательно. На дорогу не вылазят. Спокойно, тихо, спокойно. Школьники опоздали на автобус. Это не школьники, это рабочие. Ну что, если организована доставка рабочих, организована доставка рабочих, работников место работы, это же замечательно. Так, левый поворот. Поверните налево. Поворачиваем налево. Вот автобус идет. Через 500 метров поверните направо. Улетайте с дороги, блин, наеду же. Поверните направо.
далеко от дороги дома. Это очень хорошо. Так, это что такое? Магазин овощи, фрукты. Здесь тоже все газифицировано. Эта газификация здорово облегчает жизнь от такой сельской местности. Комбайнер у дома, автомобили, всевозможные прицепы. Очень хорошие условия, по крайней мере, пока. И дорога, и разметка, и газификация. Можно по два урожая собирать за год. С правой стороны, по-моему, пруд. Река. Не знаю. Надо на карте на большой смотреть. Когда будет по всей России вот такая вот ситуация, я имею в виду и дороги очень хорошие, и все будет газифицировано.
свет фар. Были бы такие дороги в Якутии, на Колыме, вот край зажил бы, и туристические потоки туда пошли бы, и уровень жизни поднялся бы. Это вечная мерзлота, лед. Ну,
во-первых, было холодно туда идти. Недалеко, метров 500, наверное. И проблема-то у меня была с автомобилем. Так что в сентябре месяце вечная мерзлота, лед так и не таял. Ну что, днем температура максимум там поднималась, по-моему, до 2 градусов тепла. Ну а ночью опускалась до минус 10. Участок дороги называется Советская улица. Вот чувствуется, трудно объяснить почему, но чувствуется какое-то умиротворение, блаженство, душевное спокойствие, баланс, комфорт. Может быть, из салона автомобиля, так кажется. На улице 9,5 градусов тепла. Диски 4 терабайта, которые я взял, наверное, на один день только остался объем памяти. С левой стороны совсем зима.
Ах. Пойдет на улицу по делам. Участок практически закончился. Впереди проспект Рас, ограничение 40. Левый поворот. И уже идет зеленый трек. Что солнца нет, только бы дождя еще не было, вообще было бы замечательно. Прогноз не посмотрел вчера. Интересно, радио FM ловит здесь? Так, звучит начало нового дня. Сегодня вторник. Ловите настроение этого дня в песне «Поехали».
достаточно много станций FM. Достаточное количество станций FM. Место ночевки пройдено 71 километр пройден. Запуск двигателя час 44. Средняя скорость 41. Расход бензина 6,1 на галлона. Все понятно. Кофе разогрето. Воду разогревал для кофе.